Всем большой привет! Всем привет! Сейчас по всему миру проходят рождественские вечеринки, и Таиланд не исключение. Мы с Сашей нарядились и сейчас идем на вечеринку, посвященную Новому году, которую устраивает администрация нашего кондо. В Таиланде очень распространена практика, когда администрация жилых домов и комплексов устраивает вечеринки по случаю Нового года для своих жильцов. Приглашены все, независимо от того, владелец это квартиры или же он квартиросъемщик. То есть снимают квартиру в аренду, как мы. Мы были очень рады, когда нас пригласили, мне уже не терпится туда пойти. Позапрошлым году мы также в комплексе нашем отмечали Новый год, но вечеринка была прям 31 декабря. А сейчас они немного раньше, вот здесь сегодня не Новый год, они решили пораньше устроить пати. Посмотрим, что здесь будет. Вообще неловко туда идти, если честно. Людей не очень много. Вечеринка проходит в холле нашего кондо. Столы стоят. Интересно. Вообще мы должны здесь встретиться с Иваном. Так, я слышу новогодние песни. Thank you. Нам сказали, что в баре есть легкие алкогольные напитки. Вы можете их пить. Наслаждайтесь этим вечером. Ух ты! Смотрите, сколько здесь еды. Различные салаты. Гигантская рыбина, хлебушек, картошка, еще салаты, спрингроллы. Здесь у нас жареное какое-то мясо, соус, рис, снова салаты, тушеные овощи, желтый карри, луковые кольца, снова рис, какие-то еще поджарки. Так классно здесь. Жареные креветки, жареная рыба, какие-то кальмары, картошка фри, фрукты, пиво и лимонады. Друзья, давайте посмотрим, что здесь на улице. А, здесь стол. Здесь жарится целый поросенок. Обалдеть. Такого здорового поросенка на вертеле я еще не видел. Вот это, я думаю, будет вкусно. Окей. Там еще барбекю. Здесь такой стол, типа, готовят. В общем, друзья, еды полно, народу тоже много, но Иван пока не пришел. Мы взяли нашу еду, и знаете, так странно, я взяла креветки, жареную рыбу, снова креветки, немножко кальмаров и какую-то удивительную картошку со сливочным соусом. Американец мне сказал, что это очень вкусно. У Саши рис, картошка, рыба. И даже немножко картошки фри и кусок хлеба черного. Подковался. И вообще, знаете, так странно. Я сейчас сидела дома, делала видео, была вся в работе. И я думаю, успею сделать видео, поставлю на монтаж и пойдем. Я его не успеваю доделать, такая грустная. Спускаюсь сюда, а здесь прям Новый год. Ко мне подходят неизвестные люди, поздравляют меня с Новым годом, желают счастливого Рождества. И все, я забыла о работе. Так приятно по-семейному. Все друг друга усыпают, вилки, тарелки. Такие все добрые, клевые. Хоть посмотреть, кто живет в нашем комплексе. Классно. Кто это идет? Кто это идет? Это же Иван! У нас как раз столик на пятерых. К Ивану приехала мама. Сюда, сюда, в самый центр. Как тебе еда? Очень вкусно все, все свежее. Музыка играет. Иван пришел, у него мама приехала из России. Сейчас будем наедаться. Вика, привет. Вика, как слоник ходит? Топ-топ-топ, да? Давай вот сюда слоника, вот сюда. Давай. Топ-топ-топ слоник, вот как тут. Сейчас нам Тайка что-то рассказывает на английском, а мы здесь едим. Уже целый стол еды набрали. Иван Вику кормит. Интересно, будут сегодня какие-нибудь конкурсы или мероприятия, танцы, может, будут? Светик там выбирает какую-то еду, похожую к креветке. Я вижу, сюда поднесли опять свежую рыбу. Вот здесь, кстати, бар. Можно взять холодное пиво, напитки, сок, лимонад, вино. Классно. Вот здесь есть вода, кофе, чай. Молодцы, очень классно все организовали. Еду постоянно доносят, если уже что-то съели. Очень все цивильно. Мы сейчас поели, хотим пойти пофоткаться с Иваном.
В общем, там красивая елочка стоит. Пойдем сейчас сделаем пару интересных кадров. А я, смотрите, как сгорел на экскурсии. У меня красный нос теперь. И руки так обгорели. Это вообще. Покажи нашу елочку. А вот и елка. Вика уже посмотрит. Вика помогала ее наряжать, кстати, да? А? Вика помогала елку наряжать. Да, теперь она звездочку разломала всю. Смотрите, какая она после разломанного красного. Лесная красавица. Здесь на Дед Морозе шарики. И, конечно же, гирлянды. Как же без них? И звезда. Как же елка без звезды? У нас здесь настоящий Новый год. И все равно, что мы в Таиланде. Скажи, слов нет. Да, я тоже. Нам пришли гости. Здрасте. Здравствуйте, Света. Какого города? Мы из Москвы приехали. Из прошлого года смотрим все ваши видео. Я, кстати, вам хлебушка предлагал черного привезти. Спасибо. Вы мне не ответили, что нет ностальгии по черному. Да нет, мы же были летом в России. В общем, все ваши видео классные, мы все смотрим. Спасибо вам большое. Да, очень классные ребята. И в Инстаграме еще на вас подписаны. Спасибо. Вечное лето. Спасибо. Вы мне скиньте про хлеб. Можно вас подпишу? Посмотрю ваши фотки в Таиланде. Сейчас будем фотографироваться у елки. Где Сася? До свидания. Спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи. Пора закрывать. Дай пять. Вика. Все. Спокойной ночи, Вика. Спокойной ночи. Пока. Пошли домой, Вики пора спать, Катя пошла ее укладывать, а мы продолжаем сидеть здесь, что-нибудь сейчас еще поедим, говорят, нам принесли десерты, да не зря, не нужно было мне их показывать, придется наесться. Сейчас проходит лотерея праздничная, у них целая гора подарков, и они вытягивают жетоны и составляют номер квартиры. И хозяин квартиры получает подарки. Подарки достаточно большие, там целые корзины. Вот кто-то выиграл, видите? Но нам пока ничего. Ну, мы пока сидим, едим, общаемся, напитки разные пьем. Все классно, мне нравится. Смотрите, какие дарят подарки. Вентилятор. Это единственная коробка, не запакованная. Вон такие большие коробки. Давайте посмотрим, что ему подарят. Набор витаминов. Пойду посмотрю, что там из десертов. Я до них, кстати, еще не добралась. Так. А, ну вон фрукты, я вижу, принесли. И еще большой рождественский кулич. А вот кулич я попробую. Что набирает Иван? Опять подстава, да что ж такое? Я столько свинины съел. Почему? А снимаю, когда фрукты пошли. Ну да, да, ел свинину. Все верим. Это закуски, так вино, да? Миг вино тоже, да. Сейчас Саша попробует рождественский лимонный кекс. Хлеб посыпали сахаром. Но не по мне. Принесли вот такие необычные тайские пироженки в форме цветочка. И сейчас Саша его заценит. Опять я. Что за ерунда? В общем, вечеринка в нашем комплексе продолжается. Она плавно перетекла в дискотеку. Люди начали танцевать. Но мы вынуждены ее покинуть и убегаем сейчас на вторую вечеринку. Все дело в том, что сегодня один крупный застройщик на Пхукете тоже проводит рождественскую вечеринку, и мы приглашены. Как вы знаете, мы снимаем видео про недвижимость на Пхукете, о том, как купить здесь квартиру. И у нас забронированы места, нас уже ждут. Это классная вечеринка. Поздно, аж в 10 вечера. И мы сейчас едем на какой-то пляж, на Freedom Beach, по-моему, или Paradise Beach, я точно не знаю, нас везет Иван. Он тоже едет, и покажем вам, что будет на той вечеринке. Посмотрим, у нас прям всем день вечеринок. Нам рассказывали, что у крупных застройщиков всегда очень крутые, такие крупные масштабные вечеринки. И там дресс-код должен был быть. Знаете, все должны прийти в бело-золотой одежде. Но у нас нет. Мы позвонили, спросили, нам сказали, ну, вы можете тогда особо не запариваться, приходите в чем будете, потому что не все будут соблюдать этот дресс-код. Подарки раздарены, мы ничего не получили, к сожалению. Ну ничего, не повезло тут, повезет в чем-нибудь другом. Закуски-то нет, только на водку были деньги. Берем. Не дай было сами занюхать. Ужас. Мы приехали на вечеринку, но прям на самой вечеринке мало парковочных мест. Там наверху парковка, оставили машину, а вниз нас спускают на таком
как это... Что там все как это назвать-то правильно? Санктео. Вот. Не тук-тук, а Санктео. Тут уже я слышу, кто-то визжит. Странно. Ампора. Для вечеринки недвижимости. Пойдемте посмотрим, что там. О, здесь все уже украшено шарами, гирляндами. Интересно. А где вечеринка-то? У Децела дома. Гуляет весь район, гуляет вся школа. Все бегают с попами под музыку хип-хопа. Смотрите, шары. Сейчас время вечеринок. Надеюсь, будем ходить по ним чаще, потому что я обожаю все эти дела. Я вас не слышу. Там же кто-то визжит. О, смотрите, как, друзья, здесь красиво. Все в каких-то неоновых подсветках. Круто они придумали. Надеюсь, там дальше будет еще интереснее. Интересно здесь декорации, кстати, посмотрите. Сцена. А, песок, мы на пляже. Это пляжная вечеринка, точно. Вон там уже море. Вау, как красиво. Смотрите, какие здесь интересные декорации. Давайте попросим так. Нас кого-нибудь гламурненько смотреть. Можно. Иван, ты не ожидал такого? Сюда? Нет. Пока. Куда? Куда? Ну, собственно, пока еще ничего не произошло. Здесь также шведский стол. Давайте посмотрим, что здесь из закусочек. Во-первых, целая куча пирожных, кексов, каких-то плюшечек. Что-то типа наших орешков со сгущенкой, как печет моя мама. Невероятно. Она вкусно, кстати, печет. Тайские сладости. Дальше остатки каких-то бутербродов с красной рыбой. Зеленый карри есть. Достаточно много еды. Смотрите, какой длинный стол. Крылышки жареные. Какая-то тайская еда. Рис, тушеные овощи. Еще здесь все в белом. Это какой-то сенсейшн. А мне сказали, что мало кто будет это соблюдать. А я, по-моему, тут одна в цветном платье. Чувствую себя неловко. Смотрите, фрукты. Потом есть лапша с морепродуктами, картошка. Роллы есть. Смотрите, целая большая такая лодка. Тоже какая-то нарезка. Все для салата. О, оливки есть. Гриль. Здесь можно что-нибудь пожарить. Барбекю. Это жареные креветки, потом снова курица, рыба, мидии и запеченный картофель. А вон там, он, собственно, уже пляж. Очень красиво. Есть лежаки, много людей. Так, надо найти Сашу. Что они означают? Они означают, что ты можешь есть и пить напитки да? всякие. А где напитки? Там напитки. Есть, я просто уже не хочу. Смотрите, это девушки, они наряжены в костюмы каких-то богинь. Все такие красивые. Такой полный стол, я уже ничего не хочу есть, это обидно. Мы сейчас стоим, заказываем коктейли мохито. Посмотрим, сделают ли они здесь хорошие, либо просто подхалтурят. Сейчас посмотрим. А тем временем на сцене вовсю развернулось какое-то шоу. Девушки танцуют, диджей работает, что-то говорят. Вообще здесь очень красиво, прямо я вижу. Классно подготовились, и свет, и музыка. И вообще общая атмосфера, интерьер, закуски. Здесь круто. Не, друзья, это не тот мохито, что мы пили в Горизонте. Это непонятно что, вообще не понимаю. Что-то набодяжили. Как тебе на этой вечеринке? Ну, надо подождать и понять. Народу много, столов много. Ты показывал, сколько здесь столов? Посмотри, сколько здесь людей. Достаточно много народу, но пока что-то непонятно. Сцена интересная, но вечеринки самой нету. Я бы хотел дискотеку какую-нибудь увидеть. Надеюсь, она дальше будет. Смотрите, с другой стороны еще один бар и еще одна еда. Она дублируется. Здесь, по-моему, те же самые блюда, только тут я вижу еще кукурузу. Очень все красиво. Роллы здесь красиво поданы на такой классненькой большой тарелке. Мне нравится, как они все сервировали. Вот когда прохожу мимо пирожных, мне, конечно, не по себе. Очень красиво. Мы взяли себе еще немножечко еды. Эти фрукты и кекс мой. Эти роллы Саши.
мохито выпили. И сейчас Саша и Ваня пошли еще опустошать бар. Я, кстати, заметила, что потянулось прям много людей в черном, в красном. Так что я теперь тут не одна, не под расходу одета. И это приятно. Это тебе? Что это? Май-тай. Май-тай, боже. Красиво. Мы общаемся, пьем коктейли. Сейчас погасили свет. На сцене там шоу происходит. Но мы так далеко сидим, что ничего не видим. И сейчас обсуждаем тему тапок. Странная тема. Иван купил себе тапки. За 80 долларов. Вау! Тут вообще началась большая тусня. Все начали танцевать. И со сцены пустили очень много пара. Музыка орёт, работает диджей, на стойке танцует. Вообще классно, стало прям зажигательно. Чувствую, я сейчас тоже пойду в пляс. Саша, танцуй. Покажи танцевальное движение. У меня с ногами, блин, здесь пена. Наша вечеринка окончена, мы уходим. Кстати, эта пена не пачкает, не оставляет следов и даже не какая-то не маслянистая, не жирная и не пенная, она просто сухая. Это очень классно, не портит ваш вечерний наряд. Все, мы сейчас едем домой, потому что нам еще нужно для вас смонтировать видео. Вечеринки вечеринками, но мы не можем оставить вас без свежего выпуска. Но у нас на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Слон Божина, Александр Плешов. Мы в Таиланде, на Пхукете. Здесь все хорошо, приезжайте. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там самые свежие актуальные новости. Наш Инстаграм, там куча всяких фоток, в том числе с этой пьяной вечеринки. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.